Чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. YouTube, привет! Это новый, как всегда, пушечный выпуск Stars Bus. И сегодня в Санкт-Петербурге проходят выпускные именно к Алые паруса. И мы выезжаем вместе с моей группой и на моей громкой тачке валить по городу самые крутые бомбезные треки, которые только могут быть. Под которые когда-то вы разорвали свой выпускной, под который разорвался я свой выпускной, и под который будут разрываться сегодня нынешние современные выпускники. То есть музыка сегодня будет абсолютно разнообразная, начиная с 90-х, 2000-х, заканчивая современщиной. Поэтому ролик сегодня будет обязательно просто какой-то мега жаркий, мега пушечный. Поэтому ставь авансом лайк этому видео, подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал. Ведь я иду дорогой к 100 тысячам подписчиков. Помоги мне, пожалуйста, реализовать эту мечту в этом году. Ну все, погнали наваливать по городу. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть мчатами все одинаково. Выпускной ты просил, он платится. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как смело на гитаре сыграл. И пусть банально и не талантливо. Но как смело на гитаре сыграл и спел. Танцует, пусть город знает, с кем он тусует. А Тимати и диджей Гли. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Тимати, я рабу ребест. Диджей Гли, Гли, Гли. Все. Приятно взгляда на нее. Он свой рассудок потерял. Смотрел в глаза и который год, но нет, в ее взгляде он читает пустоту колен. Он смотрит, но не видит. Она не любит, но не хочет обидеть. Он на охоте, ее сердце главный приз. Зачем ей все жука, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Ты же в красной шапке. Я серый волк, прогони, 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 прогони меня. Мы остаемся вдвоем, помню я имя твое. Света, Лена, Вика, а, Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика-чика, моя любовь верника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. И
уже по традиции хотелось бы поблагодарить тех самых зрителей, которые отправляют свои донаты по реквизитам из описания, которые прямо сейчас хотелось бы вам зачитать. Самый крупный донат за прошедший ролик был в размере 1500 рублей от Бориса Александровича С. Вот с таким вот комментарием: v.r. на штрафы от нечисти. Пристегивайся, будет сделано. Спасибо тебе огромное. Второй по крутости донат был в размере 1139 рублей от Семена Ивановича О. К сожалению, этот человек не оставил никаких комментариев, но все равно огромное спасибо тебе за твой крупный донат. 250 рублей отправляет Андрей Александрович Ю с подписью «Качай дальше, привет из Красноярска». Красноярску привет огромный. 222 рубля отправляет Евгений Валентинович И с подписью «Люблю, обнимаю, мечтаю собрать свою калитку». Обязательно, думаю, в скором времени соберешь. Спасибо тебе огромное за донат. Донат в размере 200 рублей присылает Ильдар Емурзаевич К. «Я за настроение, бро, вирус, ты меня не ищи». Обязательно в каком-нибудь из следующих роликов включим этот трек. Спасибо тебе огромное за донат. 300 рублей на Donation Ellers отправляет Сергей с подписью «Скоро, Алый, будь осторожен». В принципе, как вы видите, мы сняли ролик на Алые паруса, все прошло без каких-либо происшествий. Также на Donation Ellers отправляет свой донат в размере 5 баксов человек с ником Апостол Павел. На карту Тинькофф прилетел донат в размере 100 рублей с подписью «Привет с Алтая». Алтаю огромный привет. А все остальные донаты вы можете видеть прямо сейчас на своих экранах. Те, где не оставили никаких своих подписей, комментариев и так далее. Всем-всем-всем хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что вы помогаете каналу, развитию этого канала, отправляя свои донаты по реквизитам из описания. Новые донаты я также буду озвучивать в следующих роликах. Все, всем еще раз огромный респект, огромный лайк, огромное спасибо. А мы погнали дальше смотреть этот ролик. Пау! I'm melting your mouth, girl, not yet. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Just between me. What? Choose an anaconda, eh? I'm on top, ride like this. Soon as I come through the door, she get to pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how ironic it is to watch them thongs? The whip is whip, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle, it's all. Тебя и фонари, и брат, и ты, и твой.
Также в этом ролике будет очень много треков «Ласкового мая» в исполнении Юрия Шатунова, который, к сожалению, буквально вот позавчера покинул наш с вами мир. Я думаю, этими треками мы очень сильно почтим память о нем, вот, а просто о какой-то легенде, о суперзвезде нашей российской эстрады. Зачем? Зачем?
кстати, вот сижу, монтирую, и вроде какая-то радость от реакции людей, и ту радость, к сожалению, уже через слезы. Не стало просто легендарного человека. Столько песен прошли в моей жизни, под которые я рос. Большая утрата. Большая утрата кумира. Но люди будут дальше продолжать радоваться под его песни. Это видно. В любом случае, он останется навсегда в нашем сердце. И этого не отнять. Немного теплее за стеклом, но в злые морозы хожу в эти двери, но с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас на белом холодном окне. И мир уводить жестоких вьюг холодных ветров. И мир уводить жестоких вьюг холодных ветров. Thank you.